Привет, с вами установочный центр ПК Авто. Сегодня у нас RAV 4. Мы вам покажем путевую магнитолу на андроиде. До нас здесь стояла Яндекс Балалайка, она совсем устала. Это еще та комплектация, которая, я так понимаю, что с завода шла с какой-то грустной магнитолой. Сейчас мы поставили замечательный аппарат с замечательным экраном, большой 10-дюймовый IPS-ный с 2.5D экраном. Таким, ну, реальное стекло, хороший экран. Хорошо показываю. Естественно, все штатные функции работают. Кнопки громче, тише, вперед-назад. Штатная камера заднего вида. Плюс штатный парктроник тоже работает. Отображается на экране. Выберем стиль парктроника такой. Работает Яндекс.Навигатор. Магнитола имеет встроенный 4G модем. Как видим, сеть у нас ловит сейчас замечательно. Показывает температуру за бортом, часики, громкость, все как обычно. Работает голосовой поиск. Сейчас мы вам продемонстрируем. Клиент с телефона подключен. Ну, соответственно. Вообще, сим-карта же тоже воткнута. Ну, он берет сначала сигнал отсюда. Поехали. Верните налево, во двор, а затем верните налево. Все голосовые подсказки проговариваются замечательно. Штатный USB работает. В бардачке у нас USB-шник и слот под сим-карту. Сим-карта уже установлена. Сим-карты можно купить у нас здесь в салонах сотовой связи. Все есть в наличии. Климат-контроль мы отключили отображение на экране, чтобы не мешало. Да, климат как климат. Это очень удобно, не закрывает область экрана. Также магнитола поддерживает функцию двойного окна. Открываем себе навигацию. Нажимаем квадратики. Навигатор себе в левую часть экрана, а вправо, например, YouTube. Едем, смотрим YouTube. Ну, смотрим сначала рекламу, потом вторую рекламу, потом YouTube, ну и по Яндекс.Навигатору. Все это дело без проблем работает. Классный пластик, подходит идеально. Все вот эти штучки, крутилочки работают. Да и вообще все отлично. С вами был интернет-магазин ПК Авто, одноименный установочный центр. Обращайтесь к нам, ставьте лайки, смотрите наши видео. Магнитола в наличии? Конечно.